Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Очень много идет разговоров о том, кто является потерпевшим по делу Михаила Ефремова. Непонятно, то ли гражданская, не гражданская, а вот сожительница, которая в Москве, то ли официальная супруга, то ли брат Валерий, да, и столько разговоров. Добровинский заявил, что, значит, потерпевшими по делу, сообщает ТАСС, значит, признаны Маргарита Захарова, это официально зарегистрированный, с кем он в официальном зарегистрированном браке состоял, погибший Сергей Захаров, да, на 22 года он с ним не жил, она признана вдовой и, соответственно, потерпевшей по делу. Сын Виталий его и брат погибшего водителя Валерий, все они трое, вот передает ТАСС, признаны потерпевшим по делу о ДТП. Значит, Добровинский говорит, сегодня мы передали следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Сразу уточню, чтобы не было кривотолков, и Валерий, и Маргарита, и Виталий Захаров являются моими доверителями, сказал Добровинский. Значит, просто очень много информации, да, и люди, там, кто потерпевший, кому, сколько, вот эта женщина, там, официально, с кем он был зарегистрирован. Вот теперь, по крайней мере, мы от Добровинского знаем, что... потерпевшими являются три человека по этому делу. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится, ребят. Всем пока, до встречи.